По результатам мониторинга за 2022 год 85% проверенных объектов на курорте оборудованы всем необходимым для доступа инвалидов. Среди них 40 пляжных территорий, в том числе 11 пляжей санаторно-курортных организаций. В Сочи приобретено 26 автобусов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов. Еще 25 планируется приобрести в текущем году. На территории города продолжают работать 86 подъемных устройств надземных и подземных переходов. Мы будем уделять особое внимание это транспортной инфраструктуре, потому что это очень важный объект и направление, так как движение наших граждан с особенностями здоровья это является, наверное, для них очень важно. Потому что когда можно проехать, условно говоря, от дома к какому-то социальному объекту или транспортной инфраструктуре, то ли это аэропорт, то ли это ЖД вокзал. В 2023 году запланирован мониторинг 931 объекта. Особое внимание уделяется дорожно-транспортной инфраструктуре, предприятиям розничной торговли и услуг, курортной сферы. Также маломобильные жители города привлекаются в качестве экспертов при проектировании и реконструкции общественных зон.